Хотел бы всех поздравить со вторым пришествием святителя Спиридона в нашу епархию. Вообще сейчас идет по всей стране у нас праздник, вообще не только в стране, а в нашей церкви, или даже далеко за пределами наших рубежей, праздник Успения Престой Богородицы. Пресвятая Богородица, она такая утешительница в нашей жизни. И вот как некий знак ее утешения сегодня она послала святителя Спиридона сегодня в разные места. Вот сегодня мы празднуем это пришествие святителя Спиридона в наш город, в нашу епархию, за что благодарим Бога, благодарим нашего святейшего патриарха Кирилла, благодарим митрополита Керкерского Нектария, который к нам 4 года назад приезжал вместе с мощами, сам привозил сюда, благодарим фонд святого равноапостольного князя Владимира за эту идею, за это желание, за эту энергию, благодаря которой сегодня разные регионы страны могут пользоваться вот этой вот теплотой общения с великим чудотворцем церкви нашей. Поэтому для нас сегодня большая радость, мы очень рады, что мощи пришли, что они, правда, только всего 3 дня у нас будут в храме на крови, но доступ будет не ограничен. И мы очень рады, что нам во всем помогает сегодня руководство нашей области. И мы надеемся, что вот в эти 3 дня, как никогда, наверное, в нашей жизни мы будем у святых мощей святителя Спиридона вот, чувствовать эту помощь, это заступление, эту действенную силу, которая так ему присуща. К нему люди ездят с разных уголков мира, потому что знают, что он действительно великий чудотворец. А сегодня вот такой дар, когда он сам к нам приходит сюда. И, конечно, будем надеяться, что это время мы используем благодарно и благодатно для каждого из нас.